Мы очень много всего интересного купили. Ты хотела разве собачку? Ты же хотела пандочку. А что у тебя какая-то шапка стрёмная? Ой, всем привет, дорогие друзья! И наконец-то мы начали снимать на влог. Милана соскучилась, мы несколько дней не снимали. Милана, влог! Сегодня у нас влог. Сразу в начале нашего влога я напомню о том, что мы готовим сейчас фан-встречу 26 марта в Ролл-Холле. Мы всех ждем в 3 часа, вход бесплатный. На холодильном переулке 3. Да. Ну а мы сейчас едем в такси, едем сейчас на кастинг. Милана пригласили на кастинг на карусель. На карусель? На телеканал «Карусель», а то, что ты не знала, что ли? Ты сказала, на какой-то детский. На «Карусель», тебе говорила. На «Карусель», на передачу. Возможно, будем сниматься там, может быть, нет. А потом, знаете что, ребята, мы поедем в торговый центр европейский, и там я у мамы попрошу, чтобы она мне купила слайм и одежды. Я не поняла, у меня вообще другие были планы. В общем, мы заедем в европейский, но у нас есть идея прикольного челленджа на Family Box. Мы заедем в европейский, чтобы купить там необходимые вещи. Но о том, что я там еще что-то должна ей покупать, я слышу в первый раз. А теперь услышу. В общем, едем, сейчас посмотрим. Может быть, если будет возможность, я поснимаю для вас, как Милану кастингуют. Если будет возможность, поснимаю, как там внутри. Были мы здесь. 100 киловатт. В общем, Милану спросили, как у нее дела, сколько ей лет. Что тебя еще спрашивали? Какой мой любимый предмет и чем я люблю заниматься. И отпустили? Да. Едем в торговый центр? Да, только с меня на камеру записывали. Мы приехали к европейскому. Тут такие прикольные украшения. Милана говорит, это что, с Нового года? Слушай, мы здесь были на Новый год, были другие украшения. Помнишь, падающие елки мы их называли там, или шапки, или... А, по... да, в общем, такие нагинались. Да, которые нагинались, поэтому это что-то новое. Сейчас зайдем в наш любимый магазин с бомбочками для ванн. Мы, короче, шли-шли, ну и как девочки, засмотрелись на красоту. Милана хочет себе колечко померить, а я себе хочу сережки. Мне вот прям несколько вариантов нравится. Те вот блестящие синие, там еще с голубым камушком мне понравилось. Короче, мы с Миланой тут по украшениям позарились. Очень много красивых, интересных, придуманных вещей. Ты хотела разве собачку? Ты же хотела пандочку. А эти косточки я хочу. Итак, мы купили нам украшения. А мама себе купила на несколько праздников, давно хотела. Милане мы купили на праздник, на день рождения заранее. Но, Милана, я тебе не отдам до дня рождения, смотри. Слушайте, как тут много классных магазинов, в которые мне сразу хочется зайти. Но мы идем вниз, по-моему, да? Сейчас узнаем. Смотрите, сколько интересного. Мы очень много всего интересного купили. О, тут даже мамрок единорога. Вот. Баклажан, рог единорога. Бабочки. Это мама купила себе. Тут вот это вот. Это типа яйцо, какие-то штуки. Разные штуки тоже. Это что, ребята? Это что-то... Ой, это на палочке сломалось. Ой. Так, это мыльца скрабы. Тут блестящие, что-то большое непонятное. А это мама, это какая-то смесь, апельсин, это что-то непонятное опять. В общем, мы набрали тут кое-что прикольное и интересное для вас, для видео, и на Family Box вы это увидите. Сейчас пойдем с Миланой в кафе. Хотим с чем-нибудь вкусненьким попить чай. Купили розочки серьги и собака кольцо. Кольцо собака и такие сережки купили Милане на день рождения. Была породы лаки, поэтому я взяла какую-то странную породу. Как Тайсон. А мы пришли чай пить, да? А никто не знал, Тайсон это лакин друг. Такой же породы. Да, он у нас во дворе живет, да? Да. Прибыли мы домой и сразу взяли лаки гулять. Папа там с Даней записывают игру на ФФГ-ТВ для вас. А мы с Миланой сразу вышли гулять. Погодка так себе. Дождливо, пасмурно, как-то серо и прохладно. Сейчас по-быстрому Лакиш наш отгуляет и пойдем домой.
будем ужинать и ждать Миланиного хореографа. Сегодня немножко покажу, как они тренируются. Вот. А тренируются они чем? Пока на дому с нашим хореографом сегодня будет занятие по занятию танцами для как раз выступления на нашу фан-встречу. Поэтому приходите. Милана будет петь для вас, танцевать. Будет петь все свои 5 песен. Вот. Поэтому приходите. Новенькое что-то услышите, увидите. Я надеюсь, что мы надеемся, что вам понравится. Мы готовимся. Милана хочет красиво выступить, красиво станцевать, очень переживает, волнуется. Поэтому сейчас ее все, чтобы поддержите, чтобы она почувствовала вашу поддержку, поставьте лайки под этим видео. И приходите обязательно к нам на встречу 26 марта в 3 часа. А Милана вон катается. Ты что там катаешься и кричишь? Так такая погода, знаешь. Мало ли кто хочет гулять. Мало вообще кто хочет гулять. А Милана вон любит кататься на велике. Я обожаю. Сейчас Милана настала, я просто почти весь день гуляю. А может быть, ты хотя бы шею застегнешь? Какую? Побережешься, чтобы мы с тобой на фан-встрече не заболели. На фан-встрече? А что у тебя какая-то шапка стрёмная? Да, кстати, я просто первую попавшуюся шапку одела дома, чтобы выбежать на улицу, собаку погулять, и все. Так что извините меня за мою стрёмную шапку. Мне ребенок, видите, замечание делает. Лаки, скажи всем привет. Всем привет. О-оу. Чуть не задавила собаку собственную. Пойдем подглядим. 6, 7, 8. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Не считай. Раз, два, три, 4. Правая рука в сторону. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Левая. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, 4. Закрываю. Глаза. Вот мечта. Да. Открываю глаза. Ой. Мечта. Мечта. И цик-цик нам улыбается. Хочу я туда. Цветочек. Согни локти. И левая. Закрываем глаза. Видишь, наша мечта нам улыбается. Шаг. Хочу я туда. Открывается и моя рука держит за меня. Так, занятия у нас закончились. Когда мы закончили занятия, ребята смотрят немножко мультики и играют в телефон. Ты хотела показать что-то, да, ребята? Лаки, иди сюда. Ням-ням. Смотрите, что у нас делает Лаки. Он ест яблоко. Он у нас любит грызть яблоки. Он причем реально ест. Послушайте. Он реально не лижет, он кусает. Он откусывает кусочки, да, и кушает. Устала Милана сегодня готовиться? Завтра вокал. Завтра вокал. Сегодня танцы, каждый день танцы, и мы готовимся к встрече с вами, дорогие друзья. Поэтому обязательно приходите 26 марта в Ролл Холл, и мы будем вместе веселиться. Вот. А еще хотела напомнить всем, кто еще не знает, кто не был, кто не заходил, что нужно зайти на наш мерч, посмотреть там новиночки, заказать себе что-то прикольное и обязательно купить. И вы, когда придете на встречу в наших футболочках, мы обязательно будем вместе фотографироваться, танцевать и петь. А кто не сможет или не успеет купить у нас на сайте, там, на месте, мы тоже будем наш мерч продавать. Поэтому не переживаем, а просто приходим. А сегодня мы будем прощаться, завтра у нас будет новый день. И мы покажем, как мы готовимся к концерту дальше. Поэтому оставайтесь с нами, смотрите наши новые выпуски. Всем пока-пока. 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 Вкусно? Очень вкусно. Так и фу, семечки не есть.